Привет, народ! Сегодня мы продолжаем прохождение Project Zomboid за совершенного персонажа. Персонажа со всеми положительными характеристиками. Внезапно я обнаружил, что у меня вес 72 теперь. Сокращается. Все худеем и худеем. Но это как бы фигня. Ладно, с этим разберемся по пути. В прошлом выпуске я предложил зрителям подсказать путь дальнейшего развития. Ну, как бы... Не стоит забывать, что канал у меня все-таки маленький, поэтому мало людей смотрит, некоторые просто стесняются что-то писать. Но выбор был такой: либо продолжать строиться здесь, либо переезжать в Луисвилл. Я так прикинул, подумал, почему бы и нет, почему бы не переехать в Луисвилл. Это более весело, экшоново, больше экшена. Более весело, забавно, прикольно. Рискованно, опять же. Поднятие ставок, правильно? Вот. Так что я думаю, мы сейчас будем собираться, чтобы переезжать. Поедем в Луисвилл. Есть там одно место, где можно поселиться. Поэтому сейчас мы туда и... Ну, начнем собираться. Пока. Так, что у нас здесь? Спортивная сумка. Аптечка, мешок, семена, фонарь, изолента, гвозди. Горелки две. Это хорошо. Есть что? Кассеты. Доски кувалды две есть. Это тоже хорошо. Еще так, удобрение. Ну, в принципе, нормально. Посмотрим, что можно забрать отсюда. Так. Что у меня по... Сейчас заберем все, что можно забрать. Книгу выложим. Рюкзак, дополнительную руку возьмем. Сможем складывать все, что можно забрать отсюда. Так, витамины заберем. Нет, лучше сюда. Лопату возьмем. Так, семена заберем обязательно. Вообще-то, кстати, возьму. Лейку возьму. Так, шоколад. Крекеры. Крекеры. О, чипсы. Чипсы возьмем. Так, тут ничего нет. Тут ничего нет. Так, здесь что у нас лежит? Коробку гвоздей заберем. Так, это оставим. Иначе заберем чипсы. Так, тут у нас тоже есть инвентари. Так, ну это не знаю, есть ли смысл все забирать, там по идее кое-что будет.
Если что, соседей ограбим потом, которых нет. О, еда пропала. Найс. Надо будет выкидывать. А зачем выкидывать? Так и оставим. Так, что у нас еще здесь есть полезного? Не читал? А, прочитать срочно. А то в смысле не читал нормально еще. Газосварку. Ну, правда, качать газосварку — это геморрой дикий вообще, прям. Дикий геморрой ее качать, эту газосварку сраную, поэтому, блять, не знаю, посмотрим. Что еще собрать? Что здесь есть? Походные топоры. Спрей для волос. Набор для шитья. Газовый ключ. Бо-бо-бо-бо-бо. Зачем? Рацию заберем. Это дело разобрать. Ага. Так. Коробку гвоздей забираем. Изоленту забираем. Банки забираем. Будем солить еще еду. Мусорные пакеты забираем. Надо пожрать все-таки. Угу. Что у нас тут еще свободное место есть? Есть, есть, все есть, нормально. Так. Так. Кумару двойную. Ну, возьмем. Хрен с ней. Батарейки. А, не знаю, еще столько говна разбирать можно ради батареек, что даже смысла нет. Так. Так, так, так. Мисс Боу. А, ну все, место кончилось. Так, скинуть. Че у нас там по генератору по нашему? Нормально. Нормально. Все нормально. Так. Канистры. Канистр нет. Почему канистр нет? Вот вопрос. Ну, в принципе, две тут есть. Ладно. Он будет заправиться перед уездом. Перед поездкой. О, идет. На. Че, у меня сейчас нет ничего на спине. Вот, сейчас вот так возьмем.
О, оружие еще есть. Намного патронов с картечью, я вам скажу. Это хорошо. Это хорошо. А, окей. У меня в этой игре только один генератор. Периодически запутаешься просто. Так. Так. Собирать. Что у нас еще там есть, что можно еще взять со мной? Ну, вот это дело можно забрать со мной. Кучу консервов. Столько работы зря потрачено. Столько времени потрачено, да? Вообще без разницы. Игра есть игра. Сейчас мы туда переедем, там как бы даже проще будет. В том месте, куда я хочу переехать. Так. Оружейный кейс. Заберем. Тоже закинем. Не оставлять же оружие здесь, правильно. Тем более, что в обычной немодифицированной игре оружия не так, чтобы много было. Это в брите, блять, может быть сколько угодно оружия. Вплоть до миниганов. Тонны миниганов, даже так скажу. Так. Так, что там у нас еще осталось? Пора перестать стесняться огнестрела и просто пользоваться им. Иначе зачем он нужен?
Больше оружия, богу оружия. Хотя нет, тут еще есть место. Ну да. Классный уровень газосварки. А, может книгу с собой взять. Так. Ну, типа... Так, бутылку с водой надо как-то брать. Еще с собой взять, попить. Обязательно. Обязательно надо будет с собой взять, попить. Ладно, скинем это дело. Как меня бесит поиск, сука, этого. На любом автомобиле меня так бесит поиск этого. Как это? Крышки бензобака. Я хочу сыграть с тобой в игру. Эта игра называется «Найди этот, сука, сраный бензобак, блядь». Где он? Ну, по идее, то он с этой стороны. А, блядь. Я дебил. Я пытаюсь заправиться от нерабочей заправки. Точно. Ладно. Это я дебил, это я виноват. Сорян. Такое бывает. Так. Куда я побежал? Так, посмотрим, что здесь есть. Три бутылки газировки, отлично. Вяленое мясо заберем, шоколад заберем, арахис заберем. Тоже на пожрать. Так. Так, газосварка вторая есть, она у меня нет. Газосварка 4. Нету. Класс, супер, отлично, замечательно. Зачем так жить?
пакет с пакетами заберем. Так, еще одну кувалду мы с собой не потащим, потому что у меня их две. Мне их солить не надо. Зачем? Так, пакеты закинули. Тоны заберем. Магазин. Блять. Чё, сука? Вот как? А, ну да, конечно, я не попадаю по нему. Я попадаю по машине. Ведь именно так это и работает. Ай, господи, блядь. Да ну, сдохните, уебки. Кто там еще умный? Возьму мачете в руки. Уроды, блядь. Совсем охренели уже. Пасутся здесь. А где еще один? Видел еще одного здесь. Попал. Оказался, что ли? Ладно, так. Машину перекидываем. Револьвер соберем. Ну... А, блин, я не туда револьвер закинул. Так, это сюда закинем. Сюда закинем. Так. Пропановый баллон забрать. Закинем. Сюда. Так, переднего двигателя заглушить, надо поспать. Надо поспать. Но не в машине, сейчас просто заглушим двигатель переднего. Да то чё так за фигня? Я не понял. Что, духовка работает? Пиздец, блядь. Духовка работает. Удивительно, что ничего не сгорело еще. Так, пожрать что-нибудь. Угу. Спать, что ли? Да. Ой, господи. Это по смыслу длинное режущее. Мачете прокачивает длинное режущее. Кроме мачете, длинное режущее прокачивает еще катана, который выпадает зимой.
Ну, где-то ближе к зиме или зимой, или после первой зимы, где-то так. Короче, пиздец. Ну и газосварка, это вообще атас, я смотрю, ноль. Прям ноль. Так, а что у меня по автомеханике? Надо прочитать. Сядем, почитаем. Сядем, почитаем. Потому что сейчас спать ложится это глупо. Я проснусь посреди ночи и ничего в темноте делать не смогу. Поэтому просто сейчас почитаем книжку. Окно разбилось. Кто-то лазит внизу. Руки ломает, чё? Ничего понять не могу, что происходит. А, я понял, что происходит. Да, блядь. Ай, господи. Пойдем спать. Теперь можно лечь спать. Так. Так, все тихо, спокойно, отлично. Замечательно. Забрать генератор. Забираем. И взять. Ну. Все.
Так, надо сажать что-нибудь напоследок. Банку мармелада съесть. Так. Так. Давненько я не пользовался огнестрелом в этой игре, да? Это было в каком выпуске? До сих пор я не рисковал. Ладно, поехали. Пришла пора сваливать отсюда. Отправляемся в Луисвилл. Прощай, Вестпойнт. Спасибо за рыбу, как говорится. Было. Так, ну это нам интересно. О. Как прокачивать газосварку, да? Сколько нам дает одна машина? Не сказать, что много. Так. Ну, гениально. Ну, это мы соберем, да. Мы соберем металлом, он нам потом пригодится. Весит, правда, сука, много.
Как же не зацепить так сказать? Все собрал. Вот все собрал в конце-то концов. Ну как так можно? Так. Не могу слить бензин. Здесь нет бензина. Да, жаль, нет. Папа, ну, горелка закончилась. Заправить ее. Все кончилось, папа набирал. Класс. Супер. Замечательно, отлично. Да, сварку прокачали, и круто. Сейчас бензинчика сольем. По красоте. Так, ну поехали дальше. Как же ты меня это для жесткого? Да. Это только начало. Это только начало.
Я не убью. Вот из-за вот этого вот как-то скрытия, да, что типа эффект прозрачности. Я не увидел этот бетонный блок. Класс. И врезался со всего маху в него. О, господи. Так, ну... Чую я, что все может закончиться очень грустно, поэтому надо быть аккуратным. Как вас много здесь. Как вас много. Контрольно-пропускной пункт. Вот он. Так, сейчас мы попытаемся кое-что провернуть. Пожелайте мне удачи. А, да, я дебил. У меня патронов не хватит. Ну, поедим, значит. Так, а бета-блокатор у меня есть, нет? Потому что они сейчас, думаю, пригодятся. Так. Ну давайте, 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 давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте.
У меня табуркатор действие закончилось так быстро. Ну что, погнали. Попробуем. Ну давай. Ну давайте, 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 давайте. Смирайтесь, смирайтесь. Машины привлекают, отвлекают часть на себя. Где уже? Попало. Опять где-то блокатор действия закончилось, блять. Ай, где там принять? Вот так вот, потихоньку, помаленьку будем зачищать все, что здесь есть. Патронов нам нужно хватить. Все, патроны кончились. Прикол. Значит, отчекляем еще коробку. Ну, я вам скажу, что это было не так уж и сложно. Блять, что там сходит? Блять,
Ну, что я могу вам сказать? Как говорил злодей из фильма «В осаде 2», удача любит подготовленных. И, видимо, я был готов к этому. Учитывая горы трупов. Ну что ж, на этом, я думаю, можно закончить сегодняшний выпуск, сегодняшний эпизод. Мы доехали до КПП Луисвилла. Конечно, проходить его, может быть, будет не так легко, потому что там еще зомби и вагон. Но как бы первый шаг мы сделали. Уже что-то. Дальше будем смотреть по обстановке. В общем, спасибо за то, что смотрите. Увидимся в следующем видео. Пока.